Общая площадь зерновых и зерновоборных культур составляет 1588 гектар. Глава Тагеев Михаил Леонидович, главный агроном Малинин Василий Сергеевич. По итогам этого же смотра второе место заняло крестьянское фермерское хозяйство Федорова Александра Витальевича. Общая площадь зерновых и зернобобовых культур 1195 гектар. Третье место заняло общество с ограниченной ответственностью торговое предприятие «Сувар-2». Руководитель Никаноров Александр Николаевич, главный агроном Борисова Фаина Валентиновна. Общая площадь зерновых и зернобобовых культур составила 1356 гектар. Лучшей дояркой Имринско-Посадского района стала Чумакова Алена Анатольевна, доярка крестьянского фермерского хозяйства Федорова Александра Витальевича. Аксаринским ветеринарным участком государственного учреждения Мариинско-Посадская районная станция по борьбе с болезнями животных Государственной ветеринарной службы Чувашской республики. Вклад в развитие агропромышленного комплекса и в связи с празднованием АКТУИ-2021 почетной грамотой администрации Мариинско-Посадского района Чувашской республики награждаются Архипова Анастасия Георгиевна, микробиолог общества с ограниченной ответственностью, молочный цех «Октябрьский». Людмила Анатольевна, кладовщик общества с ограниченной ответственностью «Октябрьская». Заместитель председателя правления по техническим вопросам Октябрьского райпо.
представляется Глухова Дарья Анатольевна, менеджер общества с ограниченной ответственностью «Хлебокомбинат Мурпосадский». Мариинско-Посадского района награждается Никодимов Алексей Леонидович, слесарь животноводческой фермы, водитель крестьянского фермерского хозяйства Федорова Александра Витальевича. Награждается Шембекова Светлана Васильевна, телятница крестьянского фермерского хозяйства Федорова Александра Витальевича. Олег Николаевич, заместитель главы крестьянского фермерского хозяйства Федорова Александра Витальевича. Почетные грамоты администрации Мариинско-Посадского района награждается Иванов Александр Владимирович, механизатор крестьянского фермерского хозяйства Иванова Владимира Викентьевича. Иванова Владимира Викентьевича. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие агропромышленного комплекса и в связи с празднованием АКТУ 2021 почетной грамотой администрации Мариинско-Посадского района Чувашской республики награждается Журавлева Елена Владимировна, доярка крестьянского фермерского хозяйства Григорьева Андрея Вячеславовича. Иванова Надежда Владимировна, доярка крестьянского фермерского хозяйства Григорьева Андрея Вячеславовича. Почетной грамотой администрации награждается Мартынова Тамара Милентьевна, заведующий Большешагаемским ветеринарным пунктом государственного учреждения Мариинско-Посадская районная станция по борьбе с болезнями животных Государственной ветеринарной службы Чувашской республики. Лаврентьев Валерий Николаевич, рабочий общества с ограниченной ответственностью «Намеко».
грамотой администрации Мариинско-Посадского района награждается Кузьмин Василий Иванович, животновод общества с ограниченной ответственностью «СМАК Агро». Почетной грамотой администрации Мариинско-Посадского района награждается Степанов Алексей Геннадьевич, животновод общества с ограниченной ответственностью «СМАК Агро». Почетной грамотой награждается Кириллов Владислав Нилович, тракторист общества с ограниченной ответственностью, торговое предприятие «Сувар-2». Водитель общества с ограниченной ответственностью, торговое предприятие «Сувар-2». Грамотой администрации Мариинско-Посадского района Чувашской республики награждается Даньков Александр Юрьевич, механизатор крестьянского фермерского хозяйства Белова Александра Евгеньевича. Водитель крестьянского фермерского хозяйства Белова Александра Евгеньевича. Почетной грамотой администрации награждается Артемьев Дмитрий Петрович, механизатор крестьянского фермерского хозяйства Тагиева Михаила Леонидовича. Почетной грамотой администрации Мариинско-Посадского района награждается Петрова Ирина Станиславовна, мастер производственного обучения государственного учреждения Мариинско-Посадский технологический техникум Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики. Почетной грамотой награждается Смирнов Вячеслав Валентинович, мастер производственного обучения государственного учреждения Мариинско-Посадский технологический техникум Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики. Почетной грамотой награждается Архипов Николай Леонидович, глава крестьянского фермерского хозяйства. Почетной грамотой награждается Ильина Алина Викентьевна, старший воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» Мариинско-Посадского района.
Почетной грамотой администрации награждается Афанасьева Анна Валерьевна, музыкальный руководитель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад Солнышко» Мариинско-Посадского района. Почетной грамотой администрации награждается Белов Станислав Николаевич, техник школы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Первочурашевская средняя общеобразовательная школа Мариинско-Посадского района. Почетной грамотой администрации Мариинско-Посадского района награждается Соловьева Лариса Евгеньевна, заведующий хозяйством муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Первочурашевская средняя общеобразовательная школа Мариинско-Посадского района. Агропромышленного комплекса и в связи с празднованием Акатуй-2021 благодарственным письмом администрации Мариинско-Посадского района Чувашской республики награждаются Васильева Лилия Владимировна, уборщик производственных помещений общества с ограниченной ответственностью хлебокомбинат Марпосадский. Письмом администрации награждается Ефремова Елена Николаевна, глава крестьянского фермерского хозяйства. Мариинско-Посадского района награждается Гаврилова Зинаида Геннадьевна, телятница крестьянского фермерского хозяйства Григорьева Андрея Вячеславовича. Почетные грамоты. Прошу прощения, благодарственным письмом администрации Мариинско-Посадского района награждается Геронтьева Алена Валерьевна, доярка крестьянского и фермерского хозяйства Григорьева Андрея Вячеславовича. Кудряшова Наталья Александровна, заведующая хозяйством муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад Аленушка», город Мариинский Посад. Благодарственным письмом администрации Мариинско-Посадского района награждается Иванова Евгения Викторовна, старший воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад Аленушка» города Мариинский Посад. Благодарственным письмом награждается Васильева Ирина Валерьевна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад Радуга», город Мариинский Посад. Алексеева Галина Юрьевна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад Радуга», город Мариинский Посад. За активное участие
участие в общественной и спортивной жизни района, воспитание и подготовке юных спортсменов Мариинско-Посадского района, почетная грамота Мариинско-Посадского районного собрания депутатов вручается Шиверову Олегу Михайловичу, майору милиции в отставке, тренеру по футболу физкультурно-спортивного комплекса «Мариинский» имени Елены Николаевой. Участие в общественно-политической жизни и деятельности Мариинско-Посадского местного отделения партии «Единая Россия» благодарственным письмом Мариинско-Посадского районного местного отделения партии «Единая Россия» награждаются Волков Василий Вениаминович, депутат собрания, депутатом Печуринского сельского поселения. Награждается Мочалов Сергей Николаевич, депутат Мариинско-Посадского районного собрания депутатов. Уважаемые главы, мы приглашаем вас занять почетные места среди зрителей. Ну а на нашу сцену...